Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У меня новый лайф-влог. Сейчас ужинаю на балконе, смотрю видосики. Ну, жарко, конечно. Другой день. У нас, походу, портится погода, что очень радует. Ветер появился, везде открыло окна. Вот, кайфуем с ушастым. Это, конечно, просто счастье. Прям очень радует. Следующий день собираюсь в студию, снова жара, пока включила кондиционер. Новослободская, это без 29, воскресенье, пусто. Мы уже в студии, тоже помещение с другим цветом стен и с другим названием. Сейчас я вышла из метро, парк Ходынское поле, пойду в Ашан, сделаю самые необходимые покупки и сразу же домой без каких-то прогулок, потому что очень жарко. Мне нужно купить суповые наборы для собаки, в общем-то. Другой день, у нас ухудшается погода. Я снова в метро ЦСКА, уже надеюсь погулять, возможно. Тут вот потоп, прям в метро. Вон, убирают все это дело. Кошмар. Так, был дождик. Я заходила за мороженкой в Ашан сначала. И вот вышла погулять, но пришлось есть мороженое на парковке. Но вот сейчас дождь закончился. Иду гулять. Вообще никого нет. Это просто шикарно. Но очень необычно, потому что здесь как бы всегда есть народ. А сейчас, знаете, даже когда и качели убрали, и все площадки закрыли, все равно было много народу. Ну, понятно, жарко, люди загорали, а сейчас никого. Но зато так классно. Вообще, прохладно, наслаждаюсь. Ну, вот дождик накрапывает, но, знаете, мне лично хорошо после жары. По мне, пусть лучше всегда будет такая погода. Мне сложно переносить морозы и сложно переносить жару. Поэтому я лучше там с дождиком, ну и так далее. Хотя бы. Странно смотреть еще на закрытые все эти площадки. Ну, кстати, да, здесь вот именно на этой площадке она очень классная. Здесь всегда очень много народу, прям вот как муравейник. Вот. Ну, конечно, поэтому, может быть, да, и был смысл. Хотя не знаю, не знаю. Вот. Другие площадки, я, конечно, удивлена, что закрыли. Вот. Ну, ладно. Хорошо, хотя бы гулять можно. Уже что-то. Тут даже рыбки абсолютно разных размеров, от самых мелких да покрупнее немножко, с красными хвостиками. Так прикольно. Вот. В общем, наслаждаюсь. Пока что никого нет. Так вот, о, какая ворона шикарная. Красота-то какая. Продолжаю гулять. Такой шикарный аромат. И после дождя, и здесь разные все-таки травы. Поэтому аромат просто невероятный. В общем, сегодня решила основательно прогуляться. Если уж ливня совсем не будет, то буду гулять. Вот эта аллея мне очень нравится. А в жару здесь особенно хорошо. Так как и солнышка нет. Тут, кстати, вот, стоят такие ограждения. На них написано, что здесь будут новые лавочки дополнительные. Это, в общем-то, очень хорошо. Потому что сейчас все-таки люди стараются садиться. Но если кто-то сидит, то уже второй человек, как правило, не садится. И конечно же, лишние лавочки не повредят. Не поняла. Просто
красивый скворечник, но, по-моему, там мертвая птичка. Ужас. Ну вот, поэтому дополнительные лавочки, особенно вот в тени, вообще просто шикарно. Хороший парк, все для людей. Там вообще столько деревьев, что прям отлично в жару. В общем, я так иногда сижу немножко, отдыхаю и снова хожу. Потому что уже засиделась дома, надоело. Люблю много ходить. Ну, вы знаете, что я люблю гулять так километров по 20. Это вообще вот прям самое-самое. Вот как раз объявление. Так что лавочек здесь будет достаточное количество. Их и так, в принципе, много. Вот красота. Надо, конечно, уже потихоньку идти непосредственно в Ашан, потому что время идет. Ну, сейчас еще чуть-чуть погуляю и пойду. Потому что покупки нужно сделать, еще домой приехать, все разложить по местам. У воды хорошо погулять. Но я тут уже много гуляю. Вон сколько уток. Приближаю, попробую. Я приехала из Ашана. Сейчас покажу свои покупки. У меня заканчивается шпинат. Мне его хватает, в общем-то, на несколько месяцев. Потому что я в основном добавляю вареники там в картошку. Ну, может быть, сейчас буду использовать почаще. Хороший шпинат. Стоит, по-моему, 60 с чем-то рублей. Может быть, 69, где-то так. Еще я взяла 2 пакета овощной рагу. Тоже, в общем-то, хорошее качество, нормально. Кажется, по 42, что ли, рубля, где-то так. Еще взяла лечо по 69 рублей. Ну, не знаю, допустим, куда-то добавлять. Там к макаронам, курице. Что-то в этом роде. Потом меня подружка просила еще раз взять сироп, мадагаскарская ваниль и блю кюрасао. Ей очень понравилось, и она попросила взять еще. Там цена 70 чем-то рублей. Действительно, обалденные сиропы, особенно вот эти два. Этот вот для кофе идеален. Этот мне нравится просто. Воду добавлять и немножко лимонной кислоты, получается очень классно. Вот. Ну, подружка и тот, и другой добавляет в кофе. Вообще там что-то все переставляют. Сейчас должны появиться карты Ашан. Как я поняла, но пока их нет, старая система кэшбэк не работает. Они там все переставляют, переделывают, кассы меняют. Вообще все там поменялось. Ну и, в общем-то, я хотела взять тесто сегодня слоеное у них, именно которое они сами там делают. Но вот это вот... В общем, холодильник этот, он был вообще закрыт, выключен. Печалька. Решила взять вот такое, попробовать слоеное тесто, бездрожжевое. 39 рублей за 500 грамм. Взяла одну упаковку, ну, попробую. Вот в тот раз я брала на пробу в светофоре тесто в красной упаковке, тоже бездрожжевое. Мне не понравилось. Там покупать не буду, а вот ашановское, оно очень даже неплохое. Ну, я имею в виду по вкусу.
Состав там не очень хороший. Здесь я не знаю, сейчас почитаю. Ну, в общем, да, тут тоже нехороший. Но мне нужно слоеное тесто. Я не стала там разбираться. Недорого и хорошо. Также я взяла лимоны. У них цена 99 рублей 99 копеек за килограмм. У меня на 35 рублей 60 копеек. Ну, это цена нормальная абсолютно. Взяла 3 лимона. Один, возможно, я просто буду делать борщ. А два у меня, ну, хочу один десерт попробовать сделать. Также мне потребовались яблоки, потому что я люблю делать шарлотку. Ну, в общем-то, я нашла яблоки по адекватной цене в 70 с чем-то рублей. Сейчас это, увы, адекватная цена. Но вот у них упаковки все были по 2 килограмма. Это, конечно, издевательство, потому что... Ну, вот куда мне девать второй килограмм? Из килограмма у меня будет шарлотка. Куда мне второй килограмм девать? Продавать, что ли, идти? Вообще дурдом. Я просто как бы яблоки люблю, но сейчас я понимаю, что у меня и яблоки не идут. Ну, не знаю, может быть, сделаю пироги с яблоками, что ли. Ну, потому что, видимо, это даже уже актуально, учитывая стоимость на капусту. Дожились. Дальше что? Соевый соус. Стебель бамбука в этот раз взяла. 29 рублей. Там был и тот, который я в прошлый раз брала, соус в стеклянной бутылке. Тоже по акции по 29 рублей. Там прям хороший ценник. Я хотела даже две взять. И ту, и другую. Но у меня были, я не скажу, что супер тяжелые сумки, но они были и нелегкие, и не хотелось брать что-то еще стеклянное дополнительно. Ну, в как бы неважно. Дальше мне потребовалась картошка. Ценник на нее вообще какой-то запредельный. И, в общем-то, ажиотажа там не очень много, как говорится, потому что они сейчас все сбывают типа как ранее. Ну, я нашла, значит, картофель 20-го года урожая. В общем, 5-килограммовая сетка. Ну, пришлось взять. Там, получается, килограмм 53 рубля, что ли, с копейками. Ну, взяла. Но сетку я показывать не буду. Как бы лежит в сумке. Вот. Еще тут я... Надо убрать в морозилку. Маргарин взяла. Надо сразу убрать, пока он окончательно не растаял. Следующее. Сейчас... Нужно вот это тоже яблоки убрать из кадра. Вот это все подвинуть. Лимоны я тоже уберу. Уж очень они много места занимают. Тут все. Так, следующее, что у меня здесь лежит в пакете. Взяла упаковку салфеток. Как-то упаковка у них раньше была... посимпатичней, когда алоэ вера нарисована, а сейчас это перышко как-то совсем упрощает. С 39 рублей подорожали до 44. Ну, как бы ладно. Сейчас откроем, посмотрим, что там за аромат. Потому что с алоэ вера у них аромат постоянно менялся. А вы знаете, здесь цитрусовый аромат. Лимончиком прям пахнет. Такой цедры. Прикольно. Ну да, здесь так и написано, что что-то такое цитрусовое, короче. Ладно, в любом случае выгодно. Там есть еще 120 штук с клапаном по 70 с чем-то рублей. Ну, мне хватит и этой. Потом взяла 4 рулона туалетной бумаги. Она вроде как 8 рублей с копейками стоит. По 7 рублей с копейками взяла мешки для мусора, как всегда. Там овощи чистить, еще что-то. Вот 20 штук по 10 литров.
И несмотря на то, что сейчас меня косметика как-то мало интересует, я не смогла пройти мимо крема для тела, бархатная кожа, манго и базилик. В общем-то, если бы было написано просто манго, я бы прошла мимо равнодушно. Хотя аромат манго я люблю, но я не могу пройти мимо базилика. И поскольку цена вопроса была 55 рублей, я решила приобрести. Здесь, как водится, 100 миллилитров. Мне еще нравится вот эта такая вроде простенькая упаковка, но она так классно смотрится. Белая прям вообще супер. Ну и сам по себе крем белый. Я подумала, что сейчас попользоваться. Но он вроде как, не знаю, наверное, не для такой погоды, поэтому пока уберу, пусть лежит. Но аромат обалденный. Но все-таки здесь манго преобладает. Базилика я не очень-то прям ощущаю. Где-то вот недели полторы, когда жарко, противно, я вообще мало чего готовила. Я так в основном ела мало, но ела всякую выпечку из холодильника, доставала из морозилки. Вот, поэтому нужно будет много чего испечь. Я взяла на пробу вот такие сосиски от марки «Каждый день». Они как бы дешевые, но аппетитные называются. 400 грамм. Но состав тут, скажем так, ну, на первом месте мясо птицы, потом свинина. Ну, а дальше всякие там добавки, но как бы... Их, в принципе, много, но вроде как я не могу сказать, что что-то там прям такое совсем уже пугающее. Так, и пополнила запасы вот этих вот крабовых палочек. Они у меня могут лежать очень-очень долго, а потом в какой-то один момент просто резко уйти в лед. Как было и на этой неделе, потому что ничего не готовила и скорее тягала что-то замороженное. Поэтому взяла две упаковки. Они, по-моему, были по 24 рубля. Сейчас покажу следующий пакет. Это придется убрать из кадра. Здесь у меня петрушка. Ну, наверное, упаковочек 5 я взяла. Потом базилик две упаковки, потому что я покупала недавно и чисто пополнила запасы. Укроп, в общем, такие специи. Помимо этого я взяла, повторила, повидло каждый день. Яблочное, очень хорошее повидло. Абрикосовое, а там, по-моему, по 30 чем-то рублей. И, конечно же, повторила и могу вам посоветовать джем с грушей. А здесь вот груши прям кусочки ощущаются, очень вкусно. И еще джем апельсиновый. Здесь тоже апельсин ощущается. Там вот реально кусочки апельсина. Хорошего качества джем. Вот могу советовать. Думаю, вам понравится. Ну, я еще собаке булочку покупала побаловать. И я заходила в Леонардо. Я там покупала для Оксаны кое-что на мелкий презент. И повторила вот такую покупку за 41 рубль. Это ароматические палочки «Кровь дракона». Они просто потрясающе пахнут. У них прям настолько крутой аромат. И он действительно, когда вот палочку поджигаешь, не какой-то гарью пахнет, а именно отдушкой классной. И заодно решила взять от этой же марки, это Индокитай, сочная манго. Потрясающий натуральный аромат. И вот сейчас я даже подожгла одну палочку, и я чувствую этот аромат. То есть все классно. Ну вот такие покупки у меня были. Морковь я брать не стала, потому что меня не устраивает цена. Там я даже, наверное... Извините, прервалась запись. Я, наверное, даже фотку сейчас вставлю с ценником на морковь.
Это вообще, с моей точки зрения, просто страх и ужас. Я не понимаю, откуда они берут эти цены. Ну, ничего. Такая же будет ситуация, как с яйцами. Потом будут за бесценок отдавать. Но они будут тоже не проблема. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.